Золотая медаль за поварское дело. Чемпионат WorldSkills Russia называют олимпиадой рабочих рук. Лучшим молодым поваром национального чемпионата был признан самарец Иван Оленин. Победа далась нелегко, признается Иван. Не было соковыжималки, вот на самом деле. Приходилось выходить с положения, эту же свеклу пробивать то ли блендером, через ситочку вот это каждый сок для соуса. А нужен был соус очень глянцевый, очень такой стильный, красивый. И вот приходилось действительно так выкручиваться. WorldSkills Russia – это соревнование молодых профессионалов среди рабочих профессий – повара, конструкторы и дизайнеры. Впервые за историю чемпионата появилась компетенция «промышленный дизайн», который в России развит разве что в Москве и Петербурге. Но почетное второе место досталось жительнице Самары. Мы должны были продумать идею 3D-принтера, как он будет выглядеть, что будет входить в него, цветовые решения, материалы и прочее. Среди 10 тысяч конкурсантов из 74 регионов России в общей сложности четверо самарцев стали обладателями медалей разного достоинства. Все ребята обещали набраться опыта в Европе и вернуться в родной город, чтобы применять свои знания на благо Самары. Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События.